Скажу о том, что Витязь свой стартовый поединок врачивается, бросает вперед Афиногенова. Вот это стихия Максима Афиногенова. Бросок поворотом и... Смотрите, что происходит. Константин Барулин пускает шайбу между щитков. 2-3, а в итоге 1-6. Да. Не сумел Барулин зафиксировать шайбу. И вроде бы бросок был... Да не вроде бы, а совершенно точно берущимся. Но вот осталось только узнать, на кого за Слободкой. А Калинин с Поповым и Пережогиным. Вот и все изменения, которые сделал Райно Суманин по сравнению с прошлым матчем. А сейчас Авангард сравнивает счеты и тоже в большинстве мячей. Ну а мы смотрим. Красивый розыгрыш. От кого там шайба? Ну шайба от Калинина попала. Тут рикошет был. Бросал. Ага. Попов попал в штангу. Шайба от штанги отскочила в Калинина и срикошетила в ворота. 1-1. Нет, прошу прощения, это Вандаль был, 70-й номер. Снова Цыганов. Передача на пятак. Не стал бросать Роман Хорок. Нашел другое продолжение. Остается шайба в зоне. Цыганов. Передача. Бросать неудобно было, но все-таки удалось сделать это Роману Хороку. Райма Суманин. Смотрим повтор. Вот сопротивлением Роман Хорок бросал. И переправил шайбу в створ ворот Марио Кемпе. Никто его там не... Вновь в большинстве, когда Денис Куляш получил 2 минуты. На 8-й минуте отличился Шков в зоне. Порцелон, Гребешков и два нападающих там недалеко. Бросок, точнее добивание. И Роман Хорок делает счет 3-1. Совсем не тот Авангард мы видим, который наблюдали во время предсезонных турниров, контрольных матчей. Не удержал Густавсон здесь Романа Хорока. И очень удачно попал ведь 15-й номер. Ну что, Константин Барулин на скамейке запасных. Денису Костину удачи пожелаем. На дальнюю штангу, где, возможно, мог бы находиться игрок Авангарда. Гол! 2-3. Густавсон бросил. И шайба нашла путь в ворота Сятари. Набирал. Не было ли там подставлена клюшка? Была. Сергей Калинин. Сергей Калинин. Широков. Передача, бросок. Ух ты, какой момент был у Паршина. И как же здорово Сятари сыграл. Разрезающая передача. А тут мы видим, что даже не с острова, а с отрицательного угла шел бросок. Ну и вот повтор этой атаки. Передача Широкова на Паршина и... Прорывается к воротам соперника Выглазов. Продолжается атака. И 4-2 за 3 минуты 52 секунды до конца первого периода. Давайте посмотрим. Может быть, он переправил шайбу в створ, подставил клюшку. Дождемся объявления. Смотрим повтор броска Калинина. Отчество сейчас не только численное, но и игровое на стороне Авангарда. Держит за мячи шайбу. Бросок поворотом. И сейчас становится 3-4. Но это Густавсон отличился. Недолго отдыхалось Кириллу Тулупову. Это первое очко, второе, точнее, очко Густавсона в первых двух матчах. Он очков не набирал.
из строя на турнире в Астане. Получил травму Гончаров. Конечно, тяжело залатать такие дыры. Бросок, добивание, нет. Остается шайба у Витязя. Кемпа под бросок Порсаладо. Гол! Шайба пересекает линию ворот. Посмотрите, как Дмитрий Цыганов празднует успех. Очередное большинство. Оплыть шайбу под Костином. Вот как раз это движение. И побежал праздновать к борту. Принимать поздравления партнеров. С учетом результативной передачи в поединке в Уфе. Вот уже 3 очка. Владимир Сабатка. 4-5. Ну а что он мог здесь сделать? Не смог защитник помешать Сабатке переправить шайбу в створ ворот. Такие шайбы не берутся. Денис Куляш и Эрик Густавсон. Самые играющие хоккеисты. Матч, вот момент и шайба ворота. Денис Паршин сравнивает результат. Что он делает? Вырезает хоккеист из-за ворот. Никто его не держит. И в упор практически расстреливает ворота Денис Паршин. Пытался выловить шаг. Передача на пятак. И Иванов посылает шайбу в ворота. Сатарис делает счет. Проходит передача. И здесь Кудинов как и пытался прервать пас, который шел из-за лицевой, из угла площадки. Но все-таки не получилось это сделать. Сидит. Классно. Здорово. Шикарно. Некарактерный для большинства гол. Но сейчас Широков не оставил уже никаких шансов. Классная передача. Смотрите, как он делает. Сабатка. Защитником проходит передача через крышку Порсаланда. Получает ответную передачу от 10 номера. Селезнев. Наброс. И опасный момент. Нет, 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 друзья. Шайба не идет в сторону. Наброс и без добивания. Посмотрите, как Порош бросал. Великолепно. 5 шайб. Забросил. Авангард в большинстве 4. Витязь поработали на славу бригаде большинства сегодня. И в итоге...